Всем привет, ребята! Ну чё, у нас обновилось серверное время на Тайване, и сейчас мы с вами попробуем посмотреть, какие же плюхи все-таки у нас будут за битву гильдии награды. Также мы посмотрим, что поменялось в магазине. Какие есть плюхи. Мне самого здесь, конечно, не так уж и много. Такс. Окей, поехали, начнем с битвы гильдии. Опа! 45 тысяч, 2100 и 2400. То есть вот эти вот итемы. Это новые итемы, которые я вам говорил. Они в гильдийском магазине используют вот эти вот сердечко такие. Вот так вот новые такие вот плюхи у нас. Мы заняли какое место? Это мы заняли предпоследнее четвертое место. Вот так вот. То есть тут за первые места намного выше. Мы тут гильдии, как видите, несколько раз сильнее, чем мы. В общем, вот так вот. Довольно-таки неплохо. Такс, окей. Это можно потратить для тех, кто не знает. Заходите в хаб гильдии. Вот, и здесь в шопе потом меняете. Вот у меня есть 7780. Я считаю, это реально плюс. Нифига себе. Воу-воу-воу, посмотрите, они обновили. Я не знаю, или это было в прошлый раз, но они добавили сюда за 28К. Однозначно плюс. Вот это однозначно плюс, то, что в гильдейском магазине появилась эта тема. Я ее не видел. Может, она и была в прошлой обнове. Но я, честно говоря, вот только зашел. Так, меня там не видно из-за меня. Вапку заберу. Вот она. Карта смены. В принципе, неплохо. Я что-то не припомню. Ну, давайте сейчас ради интереса. Мы зайдем на английский сервер, глянем, или там она есть. Такс. Поехали. Глянем еще магазин. Так, что у нас в магазине есть? Третьи эмблемы. Блин, так он не обновился. Спрашивают, или вы хотите купить. Так, ну давайте попробуем за самики поменять. Может, что-то интересное вытащим. Орденов, в принципе, у меня хватает. А вот самок вряд ли у нас хватит. О, первые сумки, ребят. Неплохо. Смотрите, отсюда можно вытащить раскол и вытащить скины. Однозначно. Но цена, конечно, 54 тысячи орденов. Я считаю, это дофига. Давайте еще потом на английском сервере уже посмотрим, что тут интересного нового. Карта смены. Так, за 600. Тут дается, по-моему, да, 10 попыток. Так, ну одну вытащили. Все, это будет последняя у нас. Карточки. В общем, один только мешочек у нас удалось вытащить, но ребята писали, что здесь и коробки тоже получали. Коробки смены чар. Ну, посмотрим. Но мы вытащили сумочку первую. Окей. Давайте попробуем, посмотрим, что там с нее выпадет. Вот она. Чик. Ну, 5 осколков рогатки. В принципе, неплохо. Так, окей, с этим разобрались. Ну, как видите, поменяли, поехали на английский сервер. Заодно там сейчас битву гильдии пройду, потому что я ее не проходил. Писал видосы, сейчас попробуем быстренько пройти ее. Так, окей. Смотрим сразу же магазинчик. Ну, тут понятно, этот я хочу гильдийский, где там. Я давно сюда не забегал. Не, нету. Вот так вот. Значит, это хорошая новость. То, что сюда добавили карту смены. Это реально топчик. Такс, ну, в принципе, смена магазина плюс, и то, что добавили
карточку, правда, она стоит 28к, но опять же это нормально. Для бездоната можно со временем накопить. Если эти стоят, тут, блин, коробка стоит 18 тысяч, то я думаю, лучше то взять. В общем, вот так вот, такие вот плюсы еще я увидел. Посмотрим, что будет дальше. Так, смотрим, что тут у нас по гильдиям. 700. Лям. Так, лям 100. Значит, одного топа отсюда бьем и четырех оттуда. Так, что тут у нас интересного? Зефира и прочая срань. Стрелки. Неплохо, кстати, сливаются. Вот, смотрите, у меня дофигища огненки. Смотрите, что огненка делает с героями, ребят. А мы еще и Франка не выпустили. Сейчас еще Франка выпустим вдогонку. Вот такие вот топы. В общем, как видите, огненка реально тащит. Сейчас Минотаврик с удара добьет. Так, одного топа мы прошли. Сейчас посмотрим на других. Может, тут что-то интереснее будет. Я надеюсь. Так, тут у нас... А, тут у нас Фрея есть, отлично. Значит, выпускаем Зефира. Активируется Фрея. Кидаем ворожея. Можно так и можно так. Конечно, это опасно делать, но... У нас трэш. А, там еще и дуэлянт, или это он в тотеме был. Так, осталось у нас там Фрея. Ну, Зефир вражеский, он нифига не сделает. Аналогично, один в один. В общем, вот так вот, ничего сложного нет. Так, тут у нас оккультист. Попробуем. Опять же есть Фрея. Кидаем отхил. Так, самое главное сейчас юнитов добить, и чтобы Фрея все время активировалась. Он просто одним залпом сносится все полностью. Так, ну вроде юнитов убрали. Ай-яй-яй, Минотавр не добежал. Не добежал. Ладно, перезаходик сделаем. Попробуем сделать так, чтобы добежал. Можно, в принципе, для того, чтобы можно еще и спамить юнитами параллельно. Так, убили у нас. Блин, далековато зашли. Давайте следующего пока попробуем. Блин, чё ж они такие все дырочные? Сольемся, так сольемся, это такое. Самое главное. Процента. Что, как думаете, бум? Есть. Но пока только один не поддался этой магии. Так, тут вообще что-то печаль полная. Странный какой-то он. Какой-то вообще очень странный. Это тоже слабенький. Может, тут сейчас Фрея просто нас ушатает, всех, кто его знает. Все может быть. Тут здания как-то даже рядом стоят. Зачем там тотуп черепа? Не знаю. Так, окей. Еще одного бьем.
Так, блин, тут фрейку нам надо вытащить. А, у нас фрейя здесь сбоку, отлично. Попробуем все-таки через нее. Так, фобу у нас слили. Так, чтобы фрейка просто далеко у нас не летала. Сейчас у нас зефир здесь сольет, и будем пробовать забежать. Можно, конечно, с маской попробовать, как вариант. Не, не добегает, видите. Оба этот улетели, ладно, пробуем. Далековато немножко забежали, боюсь, не достанет. Минотавр сливается, не успевает надоставить маскировку. Ладно, не будем заморачиваться над ним. Попробуем другого. Тут у нас тоже фрейя есть рядом. Самое главное, чтобы фрейя активировалась. Юнита убрать. Можно было бы, в принципе, там и поставить. Но мне лень, честно говоря, менять. Дев ставить Анубиса. Мы попробуем такой вариант. Не слили Минотавра. Кайс какая-то. Ну, вражеский зефир в инвизе сливается на раз-два. Да, блин, Минотавр не ударил. Ладно, давайте вернемся тогда к этому. Попробуем его пройти. Так, Космо у нас улетел. Отлично. Самое главное, чтобы юнита мы слили и выпустить Минотаврика. Юнита мы слили, но видите, не успевает. Немножко не успевает добежать в такой сборке. Давайте попробуем другую сборку Минотавра. Ставится маскировка. Вот такая вот. Ай. Вот такая вот сборочка. А там у нас дырочка есть, все. Вижу дырку, даже не будем заморачиваться, выпускаем отсюда этих. Сейчас у нас все будет люкс. Я не увидел. Оказывается, у него вот здесь. Кто там с ПБшкой стоит? И дырка есть. Ну убей. Это жесть. Он думал, куда пойти. Или пойти на Фрейю. Это он, конечно, странный. Ладно, попробуем еще разок. Давайте отсюда закинем от Фрейи всех.
Так, тотем активировали. Фрейку забрали. Отлично. Все, всех. Всех ударили. Да что за фигня, ну? Он издевается просто над нами. Просто какое-то издевательство. Вот так вот. Сито 5, 17, 160. 95. Остальных не видел. В общем, вот так вот. Такие вот плюхи. Такая вот изи битва гильдии. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока.